Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас загадочный Томми Марц. Это музыкант и певец из Америки. Он раньше был на нашем канале, и я хочу восстановить все его реакции. Всем приятного просмотра! На связи, как всегда, ваш Томми Марц с очередным видео. Как делишки? Обожаю холодный чай. Короче, такая тема. Около месяца назад я впервые услышал голос Марселита Помой. В первый раз. С песней «Prayer». Это было поразительно. И потом в комментариях. Мне написали, типа, если тебе это понравилось, то тебе нужно послушать Марисет. Я так и сделал. И я открыл для себя два самых великих голоса, которые я когда-либо слышал. Особенно Марисет. Я считаю, что у нее самый величайший женский голос, который когда-либо существовал. И потом в комментариях мне написали другое имя. Это был... Димаш. Возможно, я произнес это неправильно. Но суть в том, что мне столько раз о нем писали. Меня просто закидали запросами. Там писали «Димаш король». Димаш величайший. Мне стало очень интересно. SOS, I saw Adagio, Adagio. Что-то такое. А потом «Грешная страсть». Ребята, вы так сильно хотели, чтобы я это посмотрел. И я не знаю, с чего начать. Все, что я знаю, что нужно хотя бы начать. И сегодня я решил посмотреть «Грешную страсть». Я не могу вам сказать, почему выбрал именно эту песню. Но нужно с чего-то начинать. И свою первую реакцию на Димаша я разделю вместе с вами. Вы готовы? Погнали! Мне просто не терпится на это посмотреть. Ведь это один из самых востребованных артистов в моих комментариях. Димаш. Кто-то так крикнул. Возможно, все-таки Димаш. Как из лунного сна. Он и внешне прекрасен. Мне нравится его прическа. О, если б знала ты, что мне нужна. Воу, как низко. Только ты одна. Он спел очень низко в начале этой фразы. Были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Какие милые надписи. У него такое потрясающее звучание голоса. А это всегда либо есть, либо нет. Дай мне, дай мне. Оу. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. У него очень нежный тон, но ё-моё, там скрывается такая мощь. Какой контраст. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Просто обожаю его легкий тон, который реально потрясный. Околдован тобою. Выпью зелье до дна. В нем столько страсти, когда он поет. Аж дым идет. Он взял эту ноту, как делать нечего. О боженька. Грешной страсти.
Whoa! Вау! О мой бог! У меня до того мурашки, что... Мама, роди меня обратно! И эти переходы между нотами. Согласен, это потрясающе. Он это как? Как его голос делает эти скачки? Боже правый, и левый. Это... Такого я точно не ожидал. Боже, господи. Да, тут нужно встать. Все должны встать. Это же удивительно. У меня до сих пор мурашки. Видел бы эту картину басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Он сказал Димаш, все Спасибо верно. Большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов и выразить огромную благодарность группе Асуди и Байгали ага. Сизге улкен-улкен рахмет. За то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан! Мы вас любим очень! Димаш Кудайбергенов! Аплодисменты! Я сейчас не могу с собой унести. Спасибо! На сцену приглашаются профессиональные сочинские носильщики, чтобы унести цветы Димаша Кудайбергенова. Я знаю, что нужно было остановить видео сразу после выступления, но я хотел посмотреть, как он общается с публикой, хотя я и не понимаю, что он сказал, но просто хотел еще на него посмотреть. Это было невероятно, куда ни глянь. Как же тут было сложно просто не потерять голову. Король есть король, по-любому. О боже мой. Вот уже месяц я слышу такие вещи. Да я поверить не могу, что это реально. Кто-нибудь знает, когда это реально было? Я видел, что дата загрузки 2018 год. Но вы же знаете, как это бывает на Ютубе. Некоторые видео загружаются через долгое время. Кто-нибудь знает, когда это было? И что это было? Это был конкурс или какой-то концерт? Напишите, пожалуйста. Я буду благодарен. Это была грешная страсть. Я вот что хочу сказать. У него, наверное, самый лучший контроль голоса, который мне довелось слышать. У меня котелок уже не варит. У меня же были мысли, когда он пел. И я обычно говорю об этом. О диапазоне, о вибрато и т.д. и т.п. Но я буду честен, он вынес мне репу. Я просто сижу тут и охаю да ахаю. Думаю, в следующем. Видео Димаша. Мы поговорим больше о технике и так далее. Здесь, наверное, все, что остается, так это просто принять это. Я выключу камеру и буду смотреть это снова. Это такой высочайший уровень. Следующий уровень. Это всем уровням уровень. Лишь единицы достигают такого уровня. Он точно есть в этом наиредчайшем. В списке избранных.
Перед тем, как я закончу, я хочу сказать, у него такая мощь. С самого начала он пел низким голосом, таким богатым и насыщенным. Потом он пел средним голосом. А потом, когда он пошел вверх, это был такой управляемый высокий звук. И это вибрато. Обычно все всегда используют вибрато одинаково, каждый раз. Он так вообще не делает. Он ускоряется и замедляется, когда захочет. Это неописуемо. Я пока не буду углубляться, но я точно вернусь. С другим выступлением Димаша. Я в восторге. Мне очень понравилось. Спасибо всем за эту рекомендацию. Потому что я думаю, что такой голос встречается один раз в жизни. Это был Томми Марц. Будьте здоровы. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на Томми. Подписываемся на наш канал. Также, если вы хотите подтянуть свой английский язык или изучить его с нуля, то ссылка будет в описании. Переходим и записываемся на бесплатный вводный урок. Всех люблю, всех обнял. Пока!